Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 6-ю серию сериала «Серебряный волк» вы сможете в понедельник, 21 февраля, на канале «Первый канал». В ней вы узнаете о том, как похитители мальчика схвачены. Только вот цель у них, как выяснилось, была совсем иная, еще более страшная. Тандем Волкова и Каморина все больше подтверждают свою эффективность в глазах начальства и коллег. А вот в личных жизнях напарников все плохо. Юля считает, что Каморин попал под влияние шпиомании Волкова и ссорится с ним. Волков настаивает на своем. Опытный разведчик уверен, что вместе с больным мальчиком Демин хочет вывести из страны что-то секретное. Волков ошибается, Демин никакой не шпион. История с больным ребенком, которого задержали сотрудники ФСБ, оборачивается публичным скандалом.